стоит нам к чему-либо привыкнуть, и это привычное кажется таким незыблемым, что изменить его вроде бы очень трудно. Так было и на этот раз. Когда многотонные детали опускались на свои места, их перекосы мешали монтажникам. Недавно это удалось исправить. Третий трос, соединяющий два основных, регулирует распределение усилий. Симметричная загрузка блока обеспечена, и деталь точнёхонько, без перекоса, становится на свое место. Новая подвеска позволила отказаться от замены траверс при подъеме разных деталей. Изобретатели опровергли известную поговорку о том, что одним выстрелом двух зайцев не убьешь. Вторая находка – новые замки на крюках, позволяющие освободить деталь за считанные секунды. Переведенный на рубли выигрыш времени выразится числом внушительным. Ведь строит-то вся страна –